Я вас приветствую на канале Sound Life, и сегодня в этом коротком видеоуроке я покажу, как сделать так, чтобы спайр не перегружал процессор и не шло искажение звука. Я вот начал писать новый трек и столкнулся вот тут с таким вот перегрузом, искажением, не знаю, как еще назвать его, слушайте. Так вот, чтобы этого не было, заходим в наш спайр, нажимаем сюда, у вас появится вот так с этим процессом, ставим вот тут User Fixed Size Buffers, соглашаемся, чтобы он у нас светился, и в море, у меня уже выставлено, вот тут User Maximum Buffer Size From Host, сделаем. Так, теперь. Ну и во всех спайрах, сколько вы не добавляете их, делаете все то же самое. Заходим, процессим, выставляем. Есть. Слушаем, что получилось. Все равно немного еще у нас перегруз идет, для этого заходим в Options Audio Setting. У меня стоит FL Lasso. Выставляем тогда буфер обмена на 2048. Ну, это в моем случае я делаю так, я же не знаю, что у вас тут стоит. Закрываем и слушаем. Давайте берем. Все, видите, у меня уже процессор не грузит. Повторите то, что я показал. Ну, я думаю, у вас звук уже не будет задерживаться, скрежет и так далее. Всем спасибо и до следующих уроков.